привет, дорогие друзья, с вами тут Дэмпаут, а мне удалось начать снимать Android игры на своем планшете. И это видео я хочу посвятить тому, то что я очень давно хотел сделать, короче, Indominus Rex. Называю это видео проект Indominus Rex. Вот сейчас давайте. Окей, я знаю про планшеты. Так, соберем деньги. Так вот у меня все удобно. У меня вот, короче, велоцираптор уже 40 уровня готов. Мне вот надо тираннозавров попрокачивать сейчас. Короче, у меня будет Индоминус Рекс. Так, что, все? Больше не могу, да? А что это я больше не могу? Вот беда. А, стоп, у меня вот мясо есть. О! Другое дело. Так, мышка, не лагай. Так, идеально сейчас будет. 20-й. Да, 20-й уровень. Начинаю эволюцию. У меня 1000 баксов накопилось, я охреневаю. Так, ладно, пусть эволюция идет. Вот в процессе я пока... заказываю еды. А пока я давно... Я вот только сегодня вошел в игру, которую очень давно не играл. Давайте вот тут добавим какую-то новую расу. Вот очень интересно вот мне. Вот так вот. Так. Это у нас что? Давайте столкнемся. А. Это, наверное, завалить, да? Давайте попробуем, я забыл. А, о, памятка. Так, значит, так, против тебя у меня будет тираннозавр. Идеально. Бан. Денег нет, вот я ударил. Охренеть, нет денег. Ладно, пофиг. Гоу в морской поединок. Так, ты жаришь эту... Давно не играл вообще. Вот мне тут VIP-аккаунт дали. Еще хочу сказать то, что я в эту игру ни копейки не вложил. И вот в этом-то вся сладость. Так. Серьезно, да? Мы вот так будем валить. А чё это у меня так? Ёлка умная, я не то выиграл. Какой-то новый топающий динозавр. Таких раньше не было. Сколько я помню, когда я играл. Так, давайте чё возьмем. Подвисает, правда? Ну ничего, ничего. Предлагаю сделать добро. О, съел. Шикарно просто. И чё ты мне сделаешь? Убили. Просто убили всё. Как так вышло? Как совпало? Что ты мне сделаешь? Машинра. Чё ты подсвечиваешь? Ну-ка. Сколько ты потратил? Всё. Гудбай. Ты чё? Я не думал, что у тебя столько щитов. Говно. Блин, давно не играл. Вот беда. Давно не играл, и теперь, наверное, просирать буду, да? Ну, так и есть. Шикарно. Короче, все со мной понятно. Я проиграл. Ну, фиг ли, я давно не играл. Я уже позабыл много чего. Пофиг.
Вспомнил я с гордостью. Буду вспоминать. Ладно. У меня баксов до хрена, чё мне терять-то? Это у меня накопилось за столько времени, сколько я не играл. Такс. Мне пришлось много динозавров продать, чтоб у меня ДНК накопилось. На то, что я хотел. Такс. Давайте ускорим эволюцию. Ой, это не то. Хотя зачем ускорять эволюцию, если у меня тут это еще готовится? О, деньги. Шикарно, чё? Дайте мне, добавьте. Чего же мод? Добавьте мне денежку-то. Ну-ка. О. Сейчас тут сразимся. Сколько длится? Один день, да? Давайте сразимся. Вспоминаю игру хоть. Так, ну пожалуй, дай-ка. Игра, что с тобой произошло? Не надо так себя вести. Так, не значит, да? Окей. А, щиток поставил, ну я так и знал. Вепка, я считаю, моя тут нахрен не нужна. Она тут просто не в тему. Так. Я тебе в этот раз трёшку поставлю. Чё это ты так? Значит, ты мне сейчас собрался по жопе надавать, да, говно? Так и есть, чё. Вот говно. Ещё все рассчитал. Ну ничего, ты всю атаку потратил, у меня тирекс есть. Нахер. Да откуда у тебя один чит взялся? Ё-моё, вот давно не играл, у меня это даже не осталось таланта. Давай, убей меня. Слабо. Ну чё, я знаю твои слабости. Я тебя сожру, понял? На нахрен, по щам. Goodbye, my baby. Не бич, я победил. Что-то мои способности, походу, потихонечку возвращаются. Меня это устраивает, мне это нравится. Так, ДНК выиграли, да? Ага, легендарный набор. Хм. А это нехило-то так. Только у меня денег нет. Это чё? Получать бесплатный ДНК каждые 12 часов только для VIP. В месяц. Ты чё, охренел что ли? Ну хоть эту VIP открыли, а то раньше закрыто все было. Давайте выведем, потом еще продадим. Чё, мне баксы не жалко, у меня их до хрена накопилось. За правильно выбранные... Короче, за задание. Так, чё за заданиями? Искать... Турбины... Украшения... Короче... Тут надо... А я ж могу купить, да?
Я могу купить, да, я могу купить очки доверия. Ну, за очки доверия. Так, чё мне тут, в принципе? У меня тут... О! Я ж забыл про тебя, родная. 126, 86 ДНК. О, выгодные какие мне. Ах, зачем засадила? Вон за 136 монет продать хочет эту хрень, ё-моё. Пипец. А это чё? Жара на острове Нулгвар готова посетить прохладное место. А, это типа эти мамонты, да? Чё у меня вот тут осталось? Тут у меня Дельта Чарли, да? Мои драгоценные рапторы. Хорош ты мой хороший. Ладно, не будем на тебя баксы тратить. Чё на тебя баксы-то тратить? Такс, чек. Блин. Надо бы вот едой быстрее добавить можно. Так, с вами все понятно. Тут тоже. Ну что ж, надеюсь, то что я скоро без денег сделаю своего Индоминус Рекса монстра. А я его наверняка сделаю. Я же знаю то, что я это сделаю. Вот мои тут гибриды. Авангазавр Таргауру. Монстр, да? Лабиринтозавр 10. Лимнаринг 30. Великанинист 10. Да. Тяжело было мне их добывать. Что ж, дорогие друзья, увидимся в следующем видео, поэтому всем удачи, всем пока, не пропускайте. А вот, кстати, вот это моя гордость. Короче, всем удачи, всем пока, не пропускайте новые видео. И я обязательно в следующем видео уже начну делать Индоминус Рекса, не пропустите.